Строителей, нефтяников, первопроходцев и спортсменов накануне чествовали в Нижневартовске. В ходе рабочего визита губернатор Наталья Комарова поздравила жителей с юбилеем города и отметила наградами особо отличившихся. Так, почетные звания, нагрудные знаки и благодарственные письма получили 40 человек. Анастасия Кармлаева расскажет о тех, кто посвятил свою жизнь Нижневартовску. Юрий Лукьянчук помнит историю многих нефтяных месторождений. Он отсыпал песком буровые площадки, строил дороги и подходы к мостам. Производитель работ механик бок о бок проработал с нефтяниками больше 30 лет. Все это время он верен родному предприятию. За многолетний труд Юрий Лукьянчук получил почетное звание – заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности. Меняется оборудование, меняются земснаряды, у нас все новое приходит, очень много компьютеризации. Намного легче труд становится, Ну, во всем оно намного лучше. Перспектива, конечно, идет вперед. Это итог моей работы. Мне очень приятно, что мою работу оценили, мой труд. Почти 30 лет верна профессии и Ирина Ивлева. Директор библиотечной информационной системы Нижневартовска гордится тем, что имеет только одну запись в трудовой книжке. Ирина Ивлева получила высшую городскую награду – знак за заслуги перед Нижневартовском. Когда руководитель получает награду, заслуга всего коллектива. Это заслуга всех людей, которые были рядом со мной, когда я как библиотекарь становилась в профессии своей. И сегодня 50 лет городу. Я считаю, что наш город с его очень такой судьбоносной историей достоин счастливого, великого будущего. Я благодарна этому городу. И есть такое выражение «малая родина». Я не считаю, что это малая родина. Для меня это родина, потому что здесь моя жизнь. В день рождения в Нижневартовске чествовали не только тех, кто занят на производстве, но и тех, кто растит чемпионов. Так, тренер олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева Руслан Куштанов получил нагрудный знак за заслуги перед Нижневартовском. Городу 50 лет. Сам в этом городе живу 40 лет. Я состоялся как спортсмен, как тренер, как специалист, как руководитель. Это заслуга, конечно, этого города. Благодаря этому городу нашему Нижневартовску я состоялся. Мне очень приятно, что я тоже принял участие в развитии нашего города, да, именно спорта. Город оценил мою работу очень высоко, мои заслуги. Это очень приятно. В честь юбилея столицы Самотлоры почетные звания и нагрудные знаки получили 40 жителей. Все они продолжают трудиться на благо города. Губернатор Наталья Комарова подчеркнула, что современный Нижневартовск реализует проекты по строительству нового жилья стоимостью более 4 миллиардов рублей. Строится новая общеобразовательная школа на 1125 мест и еще один детский сад на 320 мест. Центр боевых искусств для наших чемпионов. Благоустраивают набережную, сквер железнодорожников, так на потоке, не останавливаясь, украшаем свой Нижневартовск. Город избавился от балкона. Нижневартовск – молодой, амбициозный город, за которым будущее, уверены герои нашего сюжета. Они готовы и дальше стремиться к новым вершинам. Анастасия Кармалаева, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.